Лариса Ивановна, кастрируйте меня. Да вы что, боец? Не надо меня отговаривать, я принял твердое решение, кастрируйте меня. А в чем причина-то? Давайте не будем говорить, боюсь, передумаю. Ну и хорошо, что передумаете. Да ничего хорошего, мне очень нужно, понимаете, чтобы вы меня кастрировали, мне необходимо это. Но это нужно обдумать хорошо. Да чего тут думать, давайте кастрируйте и все. То есть вы требуете? Я требую. Вы настоятельно требуете? Я настоятельно требую кастрировать меня. Хорошо. Подпишите согласие на операцию и проходите зашивы. Ну вот, как просили. Спасибо. Больно не было? Да нет. Ой, ну может, хоть час скажете, зачем вам это? А, понимаете, у меня на гражданке девушка, мусульманка. А родители у нее строгие. Говорят, если нашу веру не примешь, мы тебе ее не отдадим. Ладно, спасибо, до свидания. Подождите. Так может быть, вам стоило сделать обрезание? А я что сказал? То есть...